Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Олимп. Олимп – самая высокая гора в Греции, которая находится на границе Македонии и Фессалии. В греческой мифологии считается, что Олимп достигает неба и что на его вершине обитают боги. Представления об олимпийских богах принесли в Грецию пришедшие с севера дарийцы. И это новое поколение богов постепенно вытеснило архаических титанов. В древнегреческой мифологии Олимп считается священной горой, местом пребывания богов во главе с Зевсом. В связи с этим греческих богов часто именуют олимпийцами. На северном склоне Олимпа находится город-святилище македонян Дион, то есть город Зевса. В древности Олимп также служил естественной границей Фессалии и Македонии. В 1938 году Олимп вошел в состав первого в Греции национального парка. Является памятником природы. Ну вот так вкратце о самой высокой горе в Греции, которая находится на границе Македонии и Фессалии, место пребывания богов во главе с Зевсом, Олимпе. Пока-пока, до свидания.